нету перфект. Мы ждем возле муниципальной прокуратуры. Спацию публику, дрепту им эксприм, дрепту конституционала, либертата де экспрессии, ну фатис обсервации. Чьё сам им эксприм, кай дрепту им конституционал, домле прокурор, сау че сантеть? Домн Феликс, да, пробе авокат. Да, сейчас он подойдет. Инка тим постоит. Можно я еще, не знаю, а можно я еще выступлю? Женщина, у меня Наталья Александровна, я его крест. Ага, давай, давай, пусть он. Да что ты так граб? Сын криминален, цара asta pe care ignorat. Așa, este cu tentă politică și încă își bat joc de cetățeni, acești procurori. Putem postanovление, можно? Bine, avocatul, faci cunoștință împreună. Дорогие друзья, сегодня вот мы становимся в очередной раз свидетелями того, что в адрес нашей партии, в адрес активистов нашей партии, конкретно в адрес меня, значит, проводятся репрессивные меры со стороны действующей власти. Значит, сегодня достали из архивов уголовное дело, которое было возбуждено в 2009 году против меня, значит, по этому делу прокурор, который когда-то это дело вел, Марина Фанас, был уволен из органов прокуратуры. Значит, это дело несколько раз возбуждалось, это дело трижды закрывалось, значит, муниципальной прокуратурой. В адрес моей семьи оказалось сумасшедшее давление, значит, было по этим эпизодам возбуждено порядка 9 уголовных дел, которые были потом в конечном итоге объединены в одно дело, которое было закрыто, значит, сначала прокурором, муниципальным прокурором Октавианом Павловским, потом было, значит, утверждено закрытие этого уголовного дела решением суда сектора Чентру, значит, потом после этого было закрыто решением суда сектора Рыжкановка, и было обжаловано в экстраординарном порядке в суде, в Верховном суде, где также было, значит, оставлено решение о закрытии этого уголовного дела, оставлено в силе. С момента закрытия этого уголовного дела прошло более 4 лет, то есть вышли все сроки, да, значит, для основания для возбуждения, для возобновления этих уголовных дел там и так далее. Мне, значит, где-то месяц назад поступали сигналы о том, что на столе у Игоря Попы, муниципального прокурора города Кишинева, находится это дело. По информации, значит, со стороны Генеральной прокуратуры пошел запрос достать это дело и найти возможности по закрытию этого уголовного дела. Но я знаю, что это дело практически 3 или 4 дня Игорь Попа рассматривал со всех сторон и не находил оснований для возбуждения или для реновации этого уголовного дела. Потому что все законные основания для возбуждения этого дела просто-напросто отсутствуют. Значит, это дело находится примерно в том же разряде, что и дела против Анны Урсаки, которое мы знаем, что спустя 15 лет оно заново возбуждено. Вот, и сейчас Анна Урсаки вынуждена, значит, находиться за рубежом. Это же дело, мы прекрасно понимаем, имеет такое же след и такое же предназначение, как и дело Рената Усатова, которое мы знаем, также сфабрикованное. Он находится за пределом, находится в Москве, в Московской области находится и не может вернуться, как говорится, на родину, в страну. Я абсолютно не боюсь, потому что знаю, что я победил не единожды, потому что это дело было начато 26 июня 2009 года. Оно, значит, было закрыто в апреле 2011 года. Это дело было, 2010 дело было возбуждено заново. Значит, после этого оно было закрыто муниципальной прокуратурой, но по решению, значит, тогдашнего генпрокурора Зубко оно было открыто заново. Оно опять проводилось в течение года следствия, потом опять было закрыто. По решению тогдашнего первого зама Андрея Пынти оно было открыто еще раз. Еще раз передано, значит, муниципальную прокуратуру, где опять же спустя полгода после проведения всевозможных экспертиз, там различных мероприятий, опять же было закрыто. И после этого, значит, я еще раз говорю, оно было закрыто тремя решениями судов различных инстанций. Поэтому я не понимаю, по какому поводу меня сейчас задерживают, препровождают в муниципальную прокуратуру. Значит, по этому делу 30 марта 2012 года я уже был закрыт на 72 часа.
Но сразу же после того, как меня припроводили в суд сектора Чентру, значит, мне была, значит, мера пресечения 72 часа. По истечению меня, значит, припроводили для того, чтобы, скажем так, еще добавить 30 суток. Но дело, так как было шито белыми нитками, председатель суда сектора Чентру рассматривал это дело и сказал прокурорам, что если будут веские основания, значит, задержать меня, арестовать меня, значит, он даст эти 30 суток. И дал, значит, 30 суток домашнего ареста. В течение 30 суток никаких доказательств добавлено, как говорится, не было. Вот, и, значит, я был освобожден из-под стражи. И вот, и, в принципе, по сегодняшний день, как говорится, ничем криминальным больше не занимался. Господин Гринкин, сейчас что происходит? То есть вам заявили, что вас задерживают. Вам каким образом? Что да, то есть вот я подошел к своему персональному автомобилю, подошли несколько сотрудников проходить орган, представился, значит, работник прокуратуры, представился следователь, показал мне постановление о том, чтобы меня задержать и припроводить в муниципальную прокуратуру, где, значит, там находится прокурор, который в дальнейшем, значит, объяснит, какие-то моменты происходят, и решение о задержании, допустим, там, я не знаю, то есть, аресте принесли, там и так далее. Принесли слово задержание, то есть речь идет о тех же 72 часах, насколько да. Я понимаю, или еще не ясно? Ну, еще не ясно, что-то неизвестно. Da, dar știți cum frapează și șochează modul în care reprezentanții structurilor vădit legale a statului Republica Moldova au venit pe timp de noapte în stil Beria, în stilul represiunilor staliniste și au dat, practic au dat năvală peste un cetățean, un cetățean care respectă legea, este colegul nostru Felix Grincu, în momentul în care eu mi-am manifestat drepturile mele constituționale, făcând o mutră acră, acest reprezentant al procuraturii mi-a spus că să vorbesc mai încet, pentru că de altfel el cheamă întăriri, deci el își aduce statul să se răsfoaie și cu un alt cetățean. Deocamdată ei nu s-au prezentat, pentru că spun că în fața cetățenilor ei nu se prezintă doar în fața lui Plahotniuc, uitați-vă, trei sunt gata să execute comenzi criminale contra cetățenilor care respectă legea, contra cetățenilor care respectă legea. Stimați concetățeni, ăștia trei pe fiecare îi pot închide, pot veni acasă și dacă nu le place ceva, ei cheamă întăriri. Da, 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 fără grimase și fără reacții emotive. Eu sunt cetățean al Republicii Moldova, stimat, stimabilule. Da? Există lege și contra ta atunci când îți depășești atribuțiile de serviciu, atunci când îți bați joc de prevederile constituționale contra cetățenilor care le respectă, să-ți fie clar lucrul ăsta. Și acest abuz odată și odată, acest mandraj al vostru aici, la oficiul partidului nostru, odată și odată și-a se termine. Fără amenințări de astea, știți cum, cu ochii. Noi nu mai credem în chestiile astea, nu v-ați prezentat. Care cheamă întăriri din voi? Care cheamă arme, Kalashnikov? Care cheamă? Cine îndrăznește să facă chestia asta? Că cineva a ciripit acolo, că acum chem întăriri. Ce înseamnă întăriri? Ce să-mi faci? Este spațiu pur... Ce dumneavoastră? Ești ceva de râs sau ce? Și eu nu înțeleg. Via râde, via zâmbi... El își permite sarcasmul. Își permite că mâinile... Domn procuror, nu vă supărați, că avocatul ajunge să îmbutiază în oraș. Așteptăm orice cetățean are drept de un ceas de vreme, că vine avocat. Pentru ei nu există nici lege, nici Constituție. Din potrivă, stau cu mâinile în buzunar. Stau cu mâinile în buzunar, sfidător în fața cetățenilor. Fără avocat sau care? Exact. Ia uitați-vă, ia uitați-vă la reprezentantul ăsta cât de frumos cu mâinile în buzunar. Asta înseamnă sfidare la moldoveni și lipsa 7 ani de acasă, își șterge nasul și spune asta ce spui în care gând. Legi în picioare. Eu nu mă duc unde mă trimit, nici turbinca lui, cum îl cheam povestea aceea cu Ion Creagă, da? Și nu cunosc. Ivan Turbinca, o cunosc foarte bine. Ion Creagă, să nu mă. Ребята, значит, то есть, чтобы никто не подумал, что мне страшно, то есть мне на самом деле холодно, потому что, да, на улице прохладно, да, никаких абсолютно. Так что, если кто-то увидит там, что я вытираю нос, или на самом деле это нормальная реакция человеческая. То есть дома меня ждут, я отец четверых детей, дома меня ждут трое малолетних детей, которые в очередной раз... В очередной раз не дождутся, как говорится, своего Exact. Отца, потому что за весь период уголовного преследования мы пережили 4 обыска. Последний обыск проводился в 11 местах.
Значит, обыск проводился в офисах двух моих компаний. Проводился дома у родителей, у бухгалтера, у юриста, у родителей моего младшего брата, у него дома. То есть можно перечислять еще долго и как говорится, нудно. Естественно, это проводится акция, значит, запугивания, потому что все прекрасно знают мою позицию по отношению к действующей власти. Я неоднократно ее критиковал и продолжаю, буду критиковать, потому что знаю, что я гражданин своей страны, я свободен. Вот, и я, как бы действует свобода слова. Да, я желаю лучшей доли для своих детей, поэтому буду, как говорится, бороться. Я знаю, что за мной моя команда, команда нашей партии. Я знаю, что и Ринат Георгиевич будет поддерживать меня, как говорится, и мою семью не оставит на, как говорится, голодном пайке и так далее. Так что сила в правде, мы победим. Вот, и надеюсь, что сотрудники полиции дождутся нашего адвоката, потому что они предлагают уже, значит, доехать до муниципальной прокуратуры без сопровождения адвоката. Якобы он прибудет туда, но... На сегодняшний момент категорик, категорик. Домнул Каринчарк с фак обсервации, пина мининцер, бац, калмат, фрумос, калмат, калм, в фаца четățenilor sunteți și trebuie să vă comportați adecvat și respectuos. Dacă nu știți, nu faceți din ochi, din grimase cu obrazul drept, cu obrazul strâng. Prin paradox, astăzi am început a ridica obiectele care ne-au fost sechestrate la perchizițiile din 2014, care așa și n-au o tonă de ziare care stă acolo, care așa și n-am mai folosit la nimic. No, dar tarile trebuie lor ziare. Inutil de dragul ridicatului. Da. Așa se întâmplă la noi. Ei execută o comandă politică și cred că li s-a promis ceva pentru că sunt atât de vigilenți și încearcă să se comporte porcos și cu cetățenii, fără a se prezenta cetățenilor. Bine că măcar a scos mâinile din buzunar, asta e semn de respect la moldoveni. Dacă nu v-a spus șeful, vă spun eu. Bine? Eu nu știu cine e șeful la municipal, că era Ivan Diacov. În situația în care noi ieșeam din oficiu, Igor Popa, să vă spună, scoți mâinile din buzunar în fața cetățenilor. Ok? Și asta? В случае, если мы не вышли и не потребовали подождать адвоката, вас бы увезли без адвоката. 100%. Ei sunt adepți беспределului. Есть же тут законные права гражданин. Слушай, время, 5 часов. Нет, я ждем адвоката, пускай. Ноаптя, ноаптя ее тримис. Ну вы зембит сламени, ну сынкес руды, кастат сам зембит. Ну им зембит, потому что ну я зембит. Лен, 7 ан де каса но яре. В казул, в каре я раз физ думневоастр, в ситуация, персоане, респективе, я ну что так я раз зембит атонч. Вы креди с кастой полно не свершит? Вы креди с кастой у судуреза ан де зили, яка... Халу фу ради халу, кари бой ва компортат ку уамени и чинстит. Аста носа дуреза мулт. Плахатнюк одат шо дата са дука дин цара аста, са оста и инкис. Ши пайка вастр латыца с термини. Куй во из сервицы, ё ну нцелег. Ну, принципал... Вы авец идеи инженери де леджин цара аста. Principal, eu nu știu dacă există motiv de zâmbet în можно ситуацииile date. Da. Можно. Значит, вы помните, какая компания была развернута Дискиди, порталом Дискиди МД, где меня называли и моих коллег называли рэкетерами, уголовниками, где была якобы предоставлена информация о том, что я привлекался к уголовной ответственности. Я тогда заявил перед зданием МВД, что никогда не привлекался к уголовной ответственности. Я подтверждаю до сих пор эти версии. Кроме того, вы знаете, что мы подали предварительно, значит, досудебное разбирательство к сайту Дискиди МД за счет того, что они дали недостоверную информацию. Сейчас мы подали в сектор субсектора Чентру и назначено судебное заседание о рассмотрении дела по существу, о признании, значит, незаконной публикации и выплату морального и материального ущерба. Значит, суд мы предоставили все необходимые документы по всем уголовным делам, которые так или иначе когда-либо возбуждались в мой адрес. В том числе предоставлены были все решения судов, и по этому делу в том числе, по которому сейчас пытаются меня задержать и припроводить значит, муниципальную прокуратуру. Мы на всякий случай, мы предвидели такое развитие событий, и мои адвокаты, значит, запросили официально из архива суда сектора Рыжкановки все дела, все решения судов по этому делу. Они есть у нас с мокрыми печатями на тот случай, если бы, не дай бог, из архива исчезли бы какие-то материалы, относящиеся к этому делу. То есть, еще раз повторяю, что законных оснований для
возбуждение этого дела для, естественно, каких-то мер по этому делу у них на сегодняшний день нету. Посмотрим, дальше будем держать в курсе ваши события, связываться будем там через адвоката или как. Будем смотреть, что именно они сейчас мне инкриминируют, на что они пытаются сейчас, как говорится, давить, базироваться. Вот, и, как говорится, будем бороться до конца. Cei care acționează pe Facebook și se întreabă de ce noaptea, după orele de lucru, acești reprezentanți a Procuraturii Municipale arestează cetățeni nevinovați, eu vă spun, pentru că ei execută ordine politice, sunt niște ordine care se dau de la regim, de sus, de la Nobel, de la Global Business Centru. Această arestare a colegului nostru nu are nimic cu norma legală. Acești trei reprezentanți ai Procuraturii Municipale care au refuzat să se prezinte în fața cetățenilor, pur și simplu execută un ordin politic și sunt clar în bespredel. Dar vor veni timpurile când cei care au încălcat legea vor trebui să răspundă conform legii, cei care, încă o dată, vă spun, noaptea, în stil stalinist, în stilul lui Beria, arestează cetățeni. Deci noi trebuie să ne mobilizăm, pentru că în orice moment, orice cetățean al acestei țări poate fi în locul colegului nostru Felix Grincu, când acești bravi soldați, care de fapt dacă ridici un pic voce, așa cum am făcut-o eu, în limitele libertății de expresie prevăzute de Constituție, mi-a spus unul din ei, iată-l ăsta care face din buze și se strâmbă la cetățeni, mi-a spus că cheamă întăriri și îmi închide gura. Asta este reacția așa numitor oameni ai legii. Ei, procurorii, trebuie să vegheze asupra respectării normei legale, din potrivă, ei o încalcă și sunt în besperdeal. Stimați concetățeni, noi ne aflăm în parcă ne-am dus în anul 1937, când noaptea în stradă apar reprezentanți ai Procuraturii Municipale sau cine știe cine sunt ei și arestează cetățeni nevinovați. Vă rog să luați imagini clare a acestor trei bravi bogatâri, mai ales domnul care vorbește cu mâinile în buzunar și vorbește la mobil. Ați pus întrebări unde ne aflăm. Ne aflăm în fața oficiului partidului nostru, București 117. Aici ne e decât de loc reținerea lui Felix. Nu, dar sigur să descubrăm. Nu, niciun deputat. Bun, dacă de cât știm procuratura, te sviniți de omul dacă e pe... Noi vă cunoaștem, înțelegeți? Nu avem nicio obligație, dacă omul nu a fugit nicăieri, dacă omul ușa de la familie, la copii, deși nu veniți acasă, nu da citație, vom ușel și omul vezi prezinte singur, pentru ce să faci? Poftim? Am șef. Da, și normal, dacă șeful ne dă obligații care merge potrivă în contralege, eu cum? Mă duc să-mi deprinesc. Da, voi nu cunoști, dar până cum? Dacă este... Bun. Когда наш адвокат сидит? Он выехал от нас. Интребация выехала. Вини. У нас нет органы или полиции, а прокуратуры. Хуй отдачу. Мы воплотим салари дуневастры. Дуневастры не воплотим никогда. Мы воплотим дуневастры салари. Din impozite, din toate. Dumneavoastră trebuie servis poporul, nu trebuie servis șeful. Dar reținerile se fac până la orele 17.00. Reținerile cetățenilor se fac... Bun, ordonanța de reținere plășibă cu un om nu ți-o prezentat. Корект, но мы фокус чего грав, есть у нас морж, вы же теперь фаца локло, то еще подшибы. Да, меня в истории, в частности, по этим делам, в 2009 году Марина Фанат, за что, в принципе, и был потом уволен из органов прокуратуры якобы по собственному желанию. На самом деле, меня спросили, когда возбудили внутреннее расследование, меня спросили, хочу ли я довести дело до суда и посадить прокурора за неисполнение своих служебных обязанностей, либо дать ему возможность уйти по собственному желанию. Я, естественно, выбрал, как христианин, выбрал мирный путь, несмотря на то, сколько зла он принес моей семье. Я согласился на то, что он был уволен по собственному желанию, сейчас он работает адвокатом. Это уже, как говорится, избитая практика, когда прокуроры после отставки работают адвокатами. Так вот, основанием для проведения обысков у меня было это то, что выписывали несколько раз подряд повестки, и я якобы не появлялся. На самом деле повестки просто-напросто терялись в канцелярии
РОВД Рышкановки, тогда прокуратура Рышкановки. Вот, выписал один раз, я якобы не получил, второй раз якобы не получил, а третий раз уже на резонных основаниях, естественно, проводили обыски везде, где только возможно. Так что, возможно, сейчас та же ситуация, что меня выписывали повестки, я не появлялся. Я как улетел, второй в чергах, я вот скончался. Ну, мой декрет, аста приведи леджа, че дорежте шефу востру, есть уна, да леджа есть алта, леджа есть алта, шапки дой, и боец, кер да, как звонит ашака, хайдучи, să arestați cetățenii, veți fi obligați și voi să respectați legea. Are dreptul la consultare juridică, la prezența unui avocat. Spuneți-i șefului celor de mai sus, cetățenii au și ei dreptul. Este cetățenii. Cetățenii au dreptul. Este Constituția. Constituția prevede libertatea de expresie. Nu știu cum vă cheamă. Și eu am dreptul, îți fac. Noi avem ordonată creație. Eu m-am prezentat ca și consilier municipal, au refuzat categoric, m-au amenințat că dacă ridic glasul, aduc întăriri, a fost o amenințare clară, eu nu știu ce întăriri, Kalashnikov, armata lui Șalaru, pe cine mi-aduceți? Pe cine mi-aduceți? Întăriri, care sunt întăriri? Eu n-am dreptul să-mi apăr colegul, n-am dreptul să-mi exprim opinia în spațiu public, domnule procuror. Hai, răspunde. Bineînțeles că am dreptul. Bineînțeles că am dreptul. Numai voi aveți fțuișile astea staliniste și le fluturați în fața cetățenilor. Beria s-o găsit aici, noaptea, să închideți cetățenii nevinoveți. Ia mai așteptați, băieți, că există și cetățenii au drepturi. Există Constituție, există avocat, există prezumția nevinovăției. Nu fluturați voi cu hârțoajele astea care le-o semnat șeful vostru. E un dosar politic, evident că este un dosar politic. Hai mai sunați și cereți indicații. Ascultați cetățenii, sau trimiteți-l cu șeful voastră, ascultați cetățenii. Asta e normal, deprindeți-l. Aduc automete, aduc armata. Filmează tot. Țineți minte poza. Ты приеден к нам, просто не хочешь рекомендовать. Надо мне что-то се презентовать. Арата, ты рог шнова. Это где лазила индепенденции. Да, лазила индепенденции. Да, лазила индепенденции, повтим. Не промить. Я как повтим, что домну кари зымбя. Ел есть. De ziua independenței, stimați prieteni, când poliția a împușcat cu gaze lacrimogene în oamenii care au venit liber și pașnic să protesteze. Da? Domn polițist. Domn Cevășenco, veniți în coasă, veniți și vedeți statul Republica Moldova, mașina represivă. Cu gaze ați venit și de data asta cu gaze. Eu sunt următoarea. Ați ne puneți la punct? Da. Nu, cheam întăriri și îți dau peste nou continuat. Gază, vă rog, nu ne-a fost destul pe 27. Da. Și trebuie fie de grabă să recurgă și la arme. Numai că n-au să o facă în față, dacă lașă în spate. Corect. Corect, domn polițist, corect. Treceți, vă vadă, ea ca poporul, să uite. Online. Treceți în față aici să vă vadă lumea. Ușor. Și să spună ceva, că el reprezintă statul în raport cu cetățenii. Cetățenii. Pe 27 și dumneavoastră ați fost pe acolo. Mă tin că ați fost, mă tin că vă cunosc. Dar nu trebuie să fugiți, domnule, uitați-vă. Păi uitați-vă, mă vorbește lumina. A, vă vorbește lumina. Da. Dar nu vă atingeți de mine. De lumină, da. Domn polițist, nu mă țineți minte cu mine. Nu? Nu? Elena Grițco, în care cel mai mult am prușcat cu gaze lacrimogene. Și toți când vreți? Сейчас. Сейчас. Подождем. Сейчас позвонить адвокат и подтвердить то, что есть. А если тут пила шефа фост индикация, то есть пила шефа? Ну, фără авокат nu se face nimic, este dreptul... Spuneți-i șefului, domnule procuror. Procuror sunteți? Nu sunteți procuror? Spuneți-i șefului cel mare, cetățeanul are dreptul la avocat. De ce funcție aveți dumneavoastră? Ofițerul urmăririi penală. Ofițer din investigație. Domnul Pierdu, da? Investigați dumneavoastră? Ofițer din investigație am zis. Din procuratura municipală?
Дирекция де поліція мучить. Дирекція де поліція. Тут стресим тебе за кого? Ну, кайс дарнат, як вчити ціні, ну? Це не краще зіло. Я фуріш, а шаса ну вада тут. Ментунерік, окулт. Да, обузна. Ши. Ти тим держа стимацьку, не чути ціні, як він курте. Ти тут помінешку в офіцерній аша. Здравствуйте, РТР. Органele statului arestează cetățenii Republicii Moldova fără să țină cont de prezumția nevinovăției, care este o clauză, o normă constituțională. Dacă ridici glasul, îți spune că cheamă întăriri. Eu repet fraza asta pentru că este fraza serii. Am încercat să-mi apăr colegul meu, un cetățean absolut nevinovat, m-au amenințat cu întăriri. Ce înseamnă întăriri, trebuie să spun ofițerii de urmărire penală. Mascați, înseamnă mascați Kalashnikov, gaze lacrimogene, și așa mai departe. Deci, dacă ridici vocea, întăriri, domnule, să știe toți. Să știe toți, dar... De ce n-ați venit cu publica, oricum, Canal 3, Canal 2, Prime? RTR, здравствуйте, снимаем все, снимаем все. Молдавское общество должно знать своих героев. Все снимаем. Băieți, unde publica? Cum de publica n-a venit cu voi? Asta e plăhătniu, cum vreau. Asta e motiv informațional bun. Așa, să ne mai învârtiți pe toată țara încă vreo două săptămâni. Не, домнул офицер, стать в фаса камеры, сынтец платить ин таксы для честор четецин, ты чего оскундеть, суп стыль, суп копач, стать себе ваду. Ну, боецы, ну, Саш, Илян, боецы, ну, Саш, ты пас, ну, и тот авим позик у ей. А, фарте бине, стать и уйтать себе, шефу стыл локал, себя кафе, думневостр ин фаса камеры, я тал винит, societatea moldovnească are dreptul să știe ce faceți, cine sunteți, cum faceți, cum vă bateți joc de cetățeni, cum noaptea. Eu am dreptul. Eu am dreptul constituțional, nu trebuie să vă indignați așa prin grimase faciale. Nu trebuie. Все будет хорошо. Я больше чем уверен, что сегодняшняя акция опять же направлена против непосредственно Рената Усатова, непосредственно против активистов нашей партии, партии как таковой. То есть наверняка сейчас вечером мне будет предложено сотрудничество с органами для очернения нашей партии, очернения нашего председателя. То есть я хочу сразу заявить, это не для красного слова, это так оно и есть, это моя позиция была всегда. Я иду до конца, иду до последнего, чем бы мне это ни грозило. Несмотря на то, что у меня я отец четырех детей, я буду биться до конца, как бился всегда. Я еще раз повторяю для наших коллег с РКДР, которые приехали. Значит, сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются меня задержать и припроводить в муниципальную прокуратуру, где якобы возбуждено уголовное дело, которое было закрыто еще 4 года назад. Закрыто не просто так. Это дело открывалось и закрывалось трижды прокурорами муниципальной прокуратуры. Значит, первоначально оно было закрыто прокурором Григорием Дынту, потом, значит, первый зам Андрей Пынця открыл это уголовное дело спустя полгода. Опять же, в течение года, значит, за нашей семьей осуществлялась слежка, наружка, прослушка наших телефонов, прослушка телефонов наших семьи. Значит, опять же, выписывались какие-то повестки, я не был оповещен, опять же, проводились обыски. Я уже заявлял, что по этому делу проводились четырежды, проводились обыски в 2009 году, 2010, 2011, 2012 годах. 30 марта 2012 года я был задержан на 72 часа, но после того, как прокуроры привезли меня в суд сектора Центру, председатель суда рассматривал это дело и увидел, что дело шито белыми нитками, и сразу же освободил меня из-под ареста. И более того, на возражение прокуроров он сказал о том, что если они в течение 30 дней предоставят неопровержимые доказательства моей вины, он лично вынесет решение о моем задержании и так далее. Значит, в течение 30 дней никаких доказательств не было. В конечном итоге это дело было закрыто. Значит, после того, как дело было возбуждено, опять же, первым замом
Андреем Пынце. Дело было передано в муниципальную прокуратуру. Значит, прокурор Виктор Плугаро в течение более 8 месяцев проводил следствие. Значит, опять же, не нашел фактов, подтверждающих мою вину. Дело, опять же, было решением этого прокурора закрыто. Это опять же, было отменено решение, значит, тогдашним генпрокурором господином Зубко. Значит, после этого дело, опять же, практически в течение года было, значит, на следствии в муниципальной прокуратуре, где прокурор Октавиан Павловский, опять же, закрыл это дело за отсутствием состава преступления. Есть соответствующие документы, подтверждающие нашу, как говорится, невиновность. Зная молдавскую юстицию, зная молдавские правоохранительные органы, мы обжаловали данное решение в суде сектора Чендру, так как все обыски и аресты проводились ДСО Букурия 14 с юридическим адресом сектора Чендру. Значит, суд сектора Чендру узаконил постановление о закрытии этих уголовных дел за отсутствием состава преступления. После этого было обжаловано в суде сектора Рышкановки, так как мое место жительства и офис моей одной из фирм находился по адресу Рышкановки. Суд Рышкановки поддержал решение суда сектора Чендру о том, что мы являемся невиновными по этому делу, и дело закрыто законно. После этого, значит, прокуратура в экстраординарном порядке обжаловала в Верховном суде. Верховный суд также вынес решение о том, что решение первой инстанции центра и Рышкановки о закрытии дела за отсутствием состава преступления является законным. Сегодняшнее давление я связываю, опять же, с тем, что наша партия, вы знаете, и Ренат Усатый в последнее время, значит, выступал с обвинениями в адрес действующей власти. То есть мы как бы с первого дня занимаемся тем, что в жесткой оппозиции действующей власти. И все наши товарищи Николай Хачко, Эдуард Патрашко, Анна Урсаки и сам Ренат Усатый находятся в вынужденной миграции по причине того, что действующая власть против нас обвинила вендетту, да, то есть охоту, и используя то, что они контролируют практически всю судебную и исполнительскую власть, правоохранительные органы, значит, развязали травлю нас и наших активных членов. Я являюсь активным членом нашей партии, являюсь координатором по городу Кишиневу, советником в городе Ватры от нашей партии. И я занимал очень активную, также непримиримую позицию, критикуя нынешнюю власть. Месяц назад, значит, мне поступила информация о том, что на столе у Игоря Попы находится мое уголовное дело, где по требованию с Генеральной прокуратуры было достано из архива для изучения возможных каких-то моментов для возбуждения уголовного дела. Пролежав это дело практически неделю на столе у муниципального прокурора, он не нашел оснований для возбуждения уголовного дела, с этим же он вернул и обратно. Сейчас мне интересно, на каком основании меня сегодня задерживают, на каком основании реанимировано это уголовное дело, которое было закрыто тремя решениями судов. Кроме того, вышли все возможные сроки, прошло более 4 лет. Вот, и законных оснований возбуждения этого уголовного дела нет. То есть мы лишний раз, опять же, сталкиваемся с беспределом судебной системы, с беспределом правоохранительных органов. Вот, и я буду держать вас в курсе событий. Даже если меня задержат, мы будем держать связь через адвокатов. Естественно, я не отступлю. Я буду бороться до конца. Сила в правде, мы обязательно победим. Спасибо. То, что происходит, я считаю, что то, что происходят такие вещи, это и вызов избранному президенту Молдову Игорю Дадону. То есть это такой сигнал ему: да, вас избрали президентом, но система продолжает работать так же, как она работала. Кого хотим, того преследуем, кого хотим, того репрессируем. Феликс Гринко, он действительно руководитель кишиневской организации нашей партии, он член национального совета нашей партии. Наша партия, это все знают, во втором туре поддержала кандидатуру Игоря Дадона. То есть и я, как бывший кандидат нашей партии на пост президента, считаю, что избранному президенту после инаугурации придется все равно вернуться вот к этим делам с политическим подтекстом. Таких дел немало уже накопилось. Это дело того же самого Рената Усатого, это дело Анны Урсаки, это дело группы Петренко.
Это дело вот сейчас Феликса Гринку хотят арестовать, других активистов нашей партии. То есть новому президенту нужно будет высказаться по этим вопросам и высказать свое отношение к тому беспределу, который творят правоохранительные органы. Спасибо большое. До каузы пеналом привинца домнului Гринку Феликс. La moment avem ordonanța de reținere a domnului în cauză pentru a fi prezentat la Procuratura Municipiului Chișinău și a fi efectuat acțiuni de urmărire penală. Alte detalii referitor la cauză nu vă pot comunica, deoarece este secretul anchetei. Puteți reveni la Procuratură sau la centrul de presă a Procuraturii Municipiului Chișinău. A ce mă vineți? Cerem scuză, este intimiat cauza penală, mai multe cauze penale care sunt conexate într-o singură procedură pe mai multe articole, 190, 361, adică extorcherie, confecționare și deținere actelor false, prezentarea probelor în proces civil false, precum și, adică, se minte și un abuz de serviciu. Представьте, пожалуйста, имя. Мне спуни Мария Амперзу для дирекции де полиции муниципи Шуна. Мерси. Пофте. Будьте здоровы. Все переживают. Сама манера. Все поддерживают. И говорят, это что те с руководства урода все. Это не 37-й год, когда расстреливали без суда и следствия. Будем бороться, ребят. Niciodată partidul nostru n-a cedat, au fost mai multe valuri de presiuni, de terorism împotriva membrilor și simpatizanților partidului nostru. Întotdeauna am rezistat, am ieșit din această hărțuire și besprădelă a regimului mai tari, mai consolidați, mai uniți. Așa va fi și de data asta, însă cred că în final colegul nostru Felix Grincu va reuși să meargă acasă la soție și la cei trei copilași mici. Încă o dată repet, o acțiune de besprădelă a regimului în fața sediului partidului nostru. Reprezentanții procurorii municipale au încercat așa, pur și simplu, noaptea să-l ia și să-l aresteze pe Felix Grincu pentru niște motive inventate. Evident, această reținere are clar substrat politic și are ca drept scop să-l intimideze pe Felix, un coleg curajos, un coleg cu care întreg partidul și liderul partidului Renato Usatăi se mândrește. Noi suntem siguri că noi vom reuși, noi vom depăși acest val de teroare. Colegii încet, încet se adună, trebuie să vină avocatul. Le-am spus a acestor trei reprezentanți a procuraturii că ei sunt obligați, încă o dată, obligați să vină avocatul și colegul nostru Felix Grincu să îi se apere drepturile constituționale pe care reprezentanții acestei instituții calcă nu numai Constituția, dar și norma legală, pentru că aici nu este vorba de normă legală, aici este vorba de bespredel și de smăț clar. Felix, для троллей Лохиша, которые тоже смотрят онлайн, скажи, пожалуйста, что ты пил чай? Не, я пил чай, ребят, все нормально. Потому что я смотрю, нервничают очень. Не, я обыкновенный человек, и мне реально просто прохладно, поэтому никакого страха, чай. Ребят, приглашаю коллеги всех мои на принесли чай, да. Попить чай вместе с нами и с Феликсом. Да, то есть я пил чай, чтобы и, просто да. согреться, потому что понимаю, и что в прокуратуре горячий чай мне никто не предложит. Да. Lumea vine, noi invităm și mass-media, cei care o privesc pe Elena Grițco online, cei care văd postările colegilor noastre, cei din mass-media, este un subiect de maximă importanță și relevanță pentru întreaga societate, modul în care regimul tălcăresc arestează, sfidează și terorizează cetățenii care respectă legea. Deci dacă vedeți aceste posteri, dacă vedeți live-ul Elenei Grițco, noi invităm mass media să vină și să reflecte live. Noi suntem aici, pe București 117, Petru Movilă, colț cu București. Нет, я... Вы же видите меня каждый день. Да, то есть я вот эта манера, вот законопослушный человек, я живу там, где живу. Я живу со своей семьей, я каждый день привожу детей в школу, я увожу детей со школы.
То есть я абсолютно адекватный человек, я никуда нигде не убегаю. Я больше чем уверен, что правоохранительные органы знают, где я живу, где я нахожусь, потому что мы все знаем, что члены нашей партии, активисты на прослушке, на слежке. Я знаю, что очень часто оперативники находятся и здесь, возле здания нашего офиса, поэтому они прекрасно знают, где я живу, поэтому если мне сейчас покажут, что я якобы не получал какие-то повестки, это будут опять же какими-то просто фантазиями на заданную тему, то есть, скорее всего, просто все делается для того, чтобы доказать, что я якобы незаконопослушный гражданин и иметь основания для моего задержания, естественно, ареста. Вот, поэтому... Адвокат. А? Адвокат. Дом не полицейский, хоть не экспертный, где сейчас манера, где ретин, где страни. Чей номер был? Дом первый? Нет, не Мариан Пьяш, он был директор полиции. Он был офицер в Мариан Пьяш. Парбин, я вам чарю. Am prezentat ordonanța privind reținerea domnului Felix, dumnealui nemijlocit. Și vă prezentăm și dumneavoastră. Domnul Ciorga, dar vă rog să citiți, în ce teme are loc reținerea? Vă rog să fac cunoștință dumneavoastră și să mergem la recunoască, să ne pasăm la procuror. Și să informați societatea, obligatoriu. Da. Obligatoriu, domnul avocat. Da, domn Cașu, acuși eu citesc și vă rog frumos, scuzați. Domino. V-ați trezit în 2016 și din 2009? Ori șeful așa s-a trezit? Indicații de sus. Nimic cu norma legală. Șeful. Sunt mai multe articole. 310, 190, alineatul 5, 335, alineatul 1. Merge vorba despre... Un furt și niște falsificări în documente, așa înțeleg eu, domn primar. Нет, это старое дело, то, что я говорил. Оно закрыто тремя решениями судов, тремя решениями прокуроров муниципального прокуратуры. То есть путь такой же, как и с нашим... Да, то же самое, что с Анной Урсаки, то же самое, что с нашими коллегами. Вспомнили старые долги перед государством. Хорошо, но открыто было вчера 16, сегодня 17 число, насколько я понимаю, да? Вчера 16 вчера. Ноября. Вчера открыто уголовное дело, сегодня задержание, да? Оперативненько, однако. Ну, коль судебные инстанции помогают прокуратуре, значит, орган уголовного преследования действует теми же методами, которые были подтверждены другими делами. Ну, на сегодняшний момент нам нечего делать, мы должны быть... перед лицом Виктора Казаку, прокурор муниципия Кишинев. Факт о том, что на русском языке не было дано нашему Феликсу, значит, будет отражен в протоколе. Протокол может только прокурор сделать, поэтому сейчас мне негде это отразить. Я могу просто сопроводить господина Гринку до прокурора. После чего мы определимся там, уже я смогу более... Да, мы соблюдаем процедуру абсолютно спокойно, законно. Движемся в муниципальную прокуратуру. Сейчас ведем тебя с пони дому казаку. Господин адвокат, скажите, пожалуйста, вы посмотрели документы, уже стоите на основании чего задерживают? Ну, я же сказал, постановление прокурора, в соответствии с которым я понимаю, что старые дела были возобновлены. Ну, на сегодняшний момент, не знаю почему, без повестки нашего Гринку Феликса хотят видеть в срочном порядке прокурора. Мы вынуждены подчиниться. То есть это задержание все-таки? Да, в вечернее время. Ну, да, задержание, не арест, задержание. После 6 вечера в прокуратуре. Ради нас работают. Да, не спорите. Я у коллегу Ностру официал адреса. Прокуратура муниципальная, армянская, ниже. Армяна 96, боец, около пойдутся коллегу Ностру. Феликс, вы сядете с ними уже? Да, конечно, никаких вопросов. Я на своей машине туда пойду. Ходи за смертью. Да, куда? Сомерги у Куднева. Ходи за смертью.
Тут у меня машина не люксовая. Пойдем. Пойдем. Это же на новый сейчас. Да. Велес, мы за тобой едем. Все хорошо, все нормально, ребят. Какой авокат ты можешь? Я не знаю, скажите, куда ехать? Ваша машина, ваша машина. Про авокат, про авокат. Атент. Привет, да, спасибо. Скажи, что ты сказал. Да. Солдат, который рискует, лежит по нас. Бред, сдвой свой сыр. Наркодом, первый же кодом Феликс. Да, да. А мне идем к лаборатору и инвестигать. Кодом Феликс, кодом лаборатору инвестигать. Не поняли, что я не собираюсь убегать. Сила в правде, ребята. Вперед. Все нормально. Да. Хорошо, сзади.